Сегодня строительный форум «Сочи Билд» называют крупнейшим форумом на юге страны. На этот раз его участниками стали 58 российских и иностранных компаний. Так, например, на форум, организованной выставочной компанией «Сочи Экспо», гости из Ирана привезли кованые изделия, а компания из Турции – детские площадки и оригинальные предметы уличной мебели. Большой стенд в рамках выставки представил Департамент промышленности Краснодарского края. Здесь основные достижения муниципальных образований Кубани в производстве стройматериалов. Кстати, сегодня это одна из базовых отраслей промышленности региона. Это территориальный каталог строительных материалов, который в этом каталоге представлено более 3500 наших наименований продукции, которые производят 150 наших предприятий. Здесь представлены краснодарские производители. Ассортимент продукции весьма широк. Это цемент, кирпич, тротуарная плитка, арматура. Для целого ряда городов Кубани производство стройматериалов – это стержень экономики. Поставки идут не только на внутренний рынок региона, по всей стране. В этом году впервые мы сделали большой красивый комплексный стенд именно всей продукции под единым брендом, сделанный на Кубани, который уже со следующего года будет знаком качества для основных ведущих наших производителей не только непродовольственных товаров, но и продовольственных. Конечно, «Сочи Билд» – это не только выставка, это еще и деловая площадка. Деловая программа действительно в этом году у нас очень обширная. Значит, сегодня пройдет круглый стол на тему законного строительства. Также помимо этого пройдет ряд мастер-классов по дизайну, ряд мастер-классов по продажам недвижимости непосредственно для риэлторов. И всегда, как традиционной частью деловой программы выставок, является проведение обучающих семинаров непосредственно от участников выставок. 17-й строительный форум «Сочи Билд» будет работать до 28 октября включительно. Место проведения – выставочный центр на Несебрской. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.